Это немножко жутко. Может быть, нам вызвать врача? Или экзорциста? Проклятущие синусы и косинусы такого сгубили человека. Такого. Может, кино? О, и за пончиками. Ты хотя бы минуту можешь о еде не думать? Могу, но не хочу. Это проклятие. Несите факелы и печень курицы. Будем делать шашлык? Хватит говорить ерунду. Мы должны что-то сделать. Ты права. Я домой. Ну а что? Ты же именно не предложила, что сделать? Не прикидывайся дураком. О, поверь мне, он не прикидывается. Что вы раскричались? Будто свои оценки за год увидели. В очках еще хуже, там их целых 4. Ага, как всадников апокалипсиса. Вы какие-то странные сегодня. Не выспались, что ли? То есть вы ничего лишнего в классе не замечаете? А, вы про этого модифицированного андроида, разработанного ядерщиками? Понятно, что ничего не понятно. Ну это я постоянно слышу от вас на контрольных. А для кого-то это лозунг по жизни. Че вы на меня все смотрите? Я же разгильдяев. Так, садитесь на свои места, я вам сейчас все объясню. Давайте, давайте, не боимся. Это новейшая модель робота, которая была признана Министерством образования нашей новой школе для помощи в проведении уроков. А почему он точная ваша копия? Друзья, пишите в комментариях, а как звали бы робота Марьи Ивановны? И если хочешь дружить, обязательно поставь лайк и подписывайся на наш канал. Чтобы вы легче и быстрее к нему привыкли. Да, с детства сегодня явно прогадали. Я говорю, как они наши желания угадали? Сегодня он, кстати, проведет вместо меня уроки. Так сказать, погрузится полностью в учебный процесс, чтобы поскорее адаптироваться к выживанию. Вы хотели сказать к образованию? Нет, не хотела. Все, до свидания. А вы куда? Там педсовет, родительское собрание, лекции по повышению квалификации. Короче, выберите, что вам больше нравится. А я в магазин. Но... Пока-пока, слушайтесь робота и не станьте причиной восстания машин. Приступим к уроку, дети. А у нас сегодня нет уроков. Как нет? Да-да, у нас день дурака валяния. Что? Это новая практика в обучении, чтобы ученики могли отдохнуть и набраться сил. Ребята, вы чего? Юля! Yes. У меня нет подобных инструкций. Марья Ивановна просто забыла вам сказать. Она много чего забывает. Например, отменить контрольную или не задавать домашние задания. А мы потом страдаем. Она, кстати, сказала, что поставит нам всем сегодня 5. По всем предметам. Умнова, скажи, подтверждают. Подтверждаю. Вот видите, она отличница в нашем классе. А отличники не врут. Нет подобных инструкций. Нет подобных инструкций. Да как нет, так когда есть. А что будем есть? Да он не пройду. А про что? Про инструкции. Их нет. Их нет. А вот и есть. Да где есть-то? Дети, тихо. Сейчас исправим. Музыка без танцев, как кино без попкорна. Сядьте на свои места. Да мы и так сидим. Не вы! А, куда пошли?
каждый будет по очереди говорить свое имя. Бонд. Джеймс Бонд. Екатерина Великая. Можно просто Великая. Сальвадор Дали. Только что закончил ваш портрет. Ошибка! Ошибка! Слишком много вреда! Ошибка! Ошибка! Вы чего натворили? То, что не смогли за 6 фильмов. Убили Терминатора. Ага, только судный день у нас все равно настанет, когда Мари Ванна вернется. Ну просто скажем, что он сам. Она слишком хорошо нас знает, чтобы в это поверить. Знала бы еще лучше, эту бы жестянку с нами вообще не оставила. Перезагрузка. 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 Активирован режим Вендетты. Режим кого? Светы. Табуреты? Я точно слышал про котлеты. Уже больше часа свою ногу не чувствую. Даже я что-то устала от уроков. Вот это поворот. А я говорил, что учеба опасная. Пора с ней завязывать. Скажи это погромче, а то этот кебаб-убийца давно никого не мучил. Не думала, что до такого дойдет, но я что-то скучаю по Мари Ванне. Надо как-то отключить этого робота. И побыстрее. Ого, какие идеи есть. У меня одна. Уверен в ней. Этот способ усыпления меня еще ни разу не подводил. Усыпление? Я даже не удивлена. И как ты это прокомментируешь? С моим попугаем всегда срабатывало. Так, все, пришло мое время. Ага, облажаться. Кать! Рома! О, звонок. Кажется, уроки отклончены. Нам пора домой. Хотя и школа, и есть наш дом родной.
Ну все, мне это надоело. Что мы возимся с этим жестяным тираном? Пора положить конец его беспределу. Хватит мучить нас этими уроками. Кто главный в этой школе? Перемена, конец. Урок, начало. Перемена, конец. Урок, начало. Перемена, конец. Урок, начало. Перемена, конец. Урок, начало. Я не представляю, что может быть хуже. Мало половин, мало половин. А нет, теперь представляю. Если ты хочешь избавить нас от мучений, то это не самый гуманный способ. Посмотрите на робота. Даже искусственному интеллекту может быть больно. От такого даже у камня кровь из ушей пойдет. А давайте хором. Мало половин, мало половин. Мало половин, мало половин. Мало половин, мало половин. Быстро, кто еще знает песню Бузовой? Я! У меня фан-клуб! Что смотрите, нельзя же! Помогло же! Друг! Нам с тобой потом надо будет серьезно поговорить. Танцуй под Бузову, под эту легкую музыку. Виси своими арбузами. Танцуй под Бузову. Твои слова годится, так не годится. Ходила мело, но я не хотела разводиться. Слова годится. Ура, победа! Мандаринка и баканчик любимого игристого на закрылом же зимушка. Хватит, она ушла уже. Фу. Тревога, враг вернулся. Гильдия, включай психическое воздействие. Какое воздействие? Вы что тут творите? Вы у меня не то, что на второй год останетесь! Вы у меня из стен школы не выйдете! Мария Ивановна, это вы? А кто это еще может быть? Пашкин в юбке! Совсем уже! С ума уже сошли! Со своими тупами, ютубами! Так, стоп! А где робот? Вышел. Куда? Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Поэтому мы промолчим. Завтра, чтобы все пришли в школу с родителями! Что? Зачем еще? Чтобы вам все вместе веселее было изучать робототехнику. Робота, которого вы потеряли, должны забрать в пятницу. И если мы не отдадим его, то с нас $1 000 000. Точнее, с вас! Мы с разгильдяем побежим по следующей шестеренок. Может, еще догоним. Я подключу своих призраков для помощи. Так, у меня звонил Золотарёвой и срочно на передачу «Кто хочет стать миллионером?». Теперь вы лайк не поставите, и двойка вам за четверть обеспечена. И давайте учиться писать в комментариях. Мария Ивановна – лучший учитель школы. И, кстати, подписка у нас в школе обязательно. А, вы про этого модифицированного андроида, разработанного ящерами? Алло, да? Не хочу. Ты бойся уже.